Привет, друзья мои! И вдогонку к вчерашнему видео про некачественный фильтр советую посмотреть, если не видели. Ссылка вот здесь вот будет. Пилю сразу видео о том фильтре, который купил на замену. И, собственно, тоже я листал сайт предложений по топливным фильтрам для 244-го кузова Peugeot Boxer или Fiat Ducato или Citroen Jumper. Порядка 20 вариантов. Естественно, дешевая, которую Китай вначале отрубил напрочь. И потом ко мне пришла такая мысль: а дай-ка я закажу 3, к примеру, 4 фильтра. Закажу их без оплаты, и уже потом, когда придет на пункт выдачи, там просмотрю, потому что, ну, естественно, как бы менеджер сам не знает, что будет написано на коробках, что будет написано на фильтрах, и, ну, никакой консультации он дать не может. То есть он располагает определенной какой-то информацией, вот, к примеру, то есть какой-то бренд является немецким, и они чешут в уши, что это фильтр Германия. Хотя на самом деле это не так. Заказал я Kolben-Schmitt, заказал я Mann и заказал я Hengst. Три фильтра. И уже по факту осмотра оказалось, что значит Hengst и Kolben-Schmitt однозначно не Германия, то есть на одном там было написано произведено в Польше, на втором произведено в ЕУ, типа в Европейском Союзе. И вот, и только вот на Мане вот этот вот номер, наверное, он зеркально у вас отображается, я продублирую сейчас, только вот этот вот фильтр оказался и на коробке вот здесь вот, код 40. Ну, хотя это, сами понимаете, да, тоже ни о чем не говорит. Ну, вроде бы Германия. И на стикерах здесь, ну, сложно сказать, тоже вроде написано Германия. Но не суть. Я осмотрел их внешне, осмотрел качество, как сделано. Давайте открою, покажу вам, как отличается, вот внешне даже изготовлено, как отличается этот фильтр. Так, вот номер правильный, вы видите. Вот такая коробка. Смотрим, что внутри. Так, здесь все тоже надписи четко выполнены. Так, кольцо уплотнительное. И сам фильтр идет вот в таком мешке. Бумага вся очень аккуратная. Сам мешок очень аккуратный. Давайте откроем его. Так, вот извлек ли я его. Смотрите, качество бумаги. Смотрите, качество корпуса, да? Нигде ничего не выпирает. Нигде никаких хвостов не висит. Ни внешнее, не внутренние. И вот также на корпусе продублирован его номер. Давайте посмотрим, как низ выполнен. Ну, вот достаточно качественно, бумага плотная такая. Вот поэтому, ну, вот внешне выбрал этот фильтр. Все, ребята, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Обращайте просто-напросто внимание, и, наверное, в нынешних ситуациях имеет место
быть то, что надо заказывать, наверное, 3-4 варианта. И уже из этих 3-4 вариантов выбирать внешним осмотром этот фильтр. Все, пускай ваши машинки будут обслужены, пускай не ломаются, пускай будут исправны. Всем хороших поездок. Всего удачи.